Всем привет! Blender 2.81 и эксперимент «Надо заставить траки крутиться». Ну, давайте разбираться, что тут да как и почему многое здесь не получается. Возможно, вы знаете и мне подскажете. Так, пока вот это все можно выключить. В Add Mesh находим курву. Я пробовал с Bezier, и с Patch, и с Circle. Ну вот, давайте патч посмотрим. Семерка. Результат почему-то один и тот же. Вот так переворачиваем. Заходим в Edit Mode. Смотрим, что тут да как. Тройка на NumPad. И теперь все это дело опускаем вот сюда. Выбираем вершину. Жмем E. E. И еще раз E. Тут то же самое проделываем. Жмем E, E, E. Через Shift соединяем две вершины клавишей F. Смотрим, что тут да как. Немножко подкорректируем. Выбираем вот эту вот вершину G, английская. Подтягиваем. И выбираем вот эту вершину G, английская. Подтягиваем. Смотрим, чтобы все ровно было. Семерка на NumPad. Чтобы потом ничего не перекручивалось. Так, это G. Ну и вот это вот G немножко. Так, кривую наметили. Под ориентир на траки. Теперь заходим в Object. В Object Mode. Можно добавить кубы. Ну вот, весь интерес, чтобы с траком было, который уже готовый. Так, импорт опс, трак, импорт. Он подгружается, выбираете его, делаете S. Подгоняем его вот сюда. Вот так где-то. Так, добавить модификатор именно Decimate. Поставить 0000, Enter. Это для того, чтобы уменьшить полигонаж вот этого трака. Так, тройка на NumPad. Добавляем модификатор Array и добавляем модификатор Curve. Теперь выбираем вот эту курву. Смотрим, как тут что стало. Здесь добавляем 0. Смотрим теперь тройка на NumPad R. Ну вот что-то такое получается. Сейчас будем настраивать. Здесь ставим 400 и прибавляем. Вот такая штука. Теперь ставим тройку на NumPad и крутим R. И G. Вот так все подогналось. Семерка на NumPad, немножко R. И завершаем это все дело торжественным соединением. Так, вот такая штука. Жмем R. G, Ctrl-Z, Ctrl-Z, семерка на NumPad и жмем R. Ctrl-Z, подальше, значит. И вот так ее. Сводим. Щелчок. И добавляем еще один трак. Все, соединение прошло. Тройка на NumPad. Немножко тут тоже подрегулируем. Ну, где-то вот так. Смотрим, как соединилось. Плоховасто. Понизим до 300.
Так, это... До 500 поднимем и прибавим еще. Так, смотрим, как тут соединение. Все. Вот теперь соединилось. Теперь следом добавляем туда, сюда Shift A, добавляем Empty, добавляем сферу, делаем S, соединяем эту, так, настраиваем в констрейнах, добавляем трансформацию вот этому вот траком, ставим Empty, вот эта сфера, постоянная ротация. По иксу единица, потому что x у нас вот, вот она ось боковая, а y стоит вот по движению. Теперь заходим в, так, это локация будет, ставим единица по y, word ставим local space, здесь ставим x. Что происходит, если мы выбираем и сейчас вот начинаем двигать, вы видите, что трек движется. Ctrl-Z. Теперь нужно настроить вот эту сферу. Добавляем ей трансформацию. Здесь постоянка. И теперь Shift A, добавляем Empty, добавляем куб. Все это дело раздвигаем теперь вот так вот. Уплотняем и еще раз вытягиваем. Вот что-то в таком духе получается. Что еще можно сделать? Теперь выбираем вот эту сферу и теперь настраиваем ее на вторую вот эту вот, на этот куб. Здесь ставим теперь локация единица по y и ротация единица по x. Ставим local space. Ну, вроде все настроено. Смотрим. Теперь, если мы выберем вот этот трек, так, теперь соединим его вот с этим Ctrl-V. Даже пока, подождите, соединять не будем. Shift-A, добавим еще Empty, добавим куб. Тройка на numpad, делаем ему S. Вот сюда вот так вот подставляем. И все это дело ориентируем на курсор. Вот это тоже на курсор привязываем. Ну и вот этот numpt курву тоже на 3D курсор привязываем. Смотрим. Трак крутится. Ctrl-Z. Теперь нужно трак привязать вот к этой Ctrl-P. Теперь вот эту курву привязать вот к этой Ctrl-P. Transform. Numps вот этот привязать вот к этому кубу. Ctrl-P, тип Transform. И смотрим, если выбираем вот этот куб, вот все едет у нас. Вот такая штука. Теперь выбираем вот этот, делаем Ctrl-P, тип Transform. Теперь все будет на месте стоять. Вот такая гадость. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, пока нам вот эти шестерни уже не нужны, разбираемся вот с этим агрегатом. Семерка на numpad. Если выбираем куб, крутим вот этот куб, то вы видите, что трак распадается. Ctrl-Z. Но, тем не менее, он едет по прямой. И неплохо едет. Теперь получается... Если мы трак соединяем вот с этой Ctrl-P и Transform, выбираем куб, он все еще едет.
Но вот эта сфера не хочет крутиться. Вроде все нормально. Ставим ей здесь Y, Y. Вот. А траку X, X. И если опять выбираем вот так, вот такая штука получается. Опять выбираем Ctrl-P, Keep Transform. Ну, вот такая прикольная фиговина. Выбираем трак. И вокруг нее, вот это empty, все это дело крутится. Так, вот эта штука. Поднастраиваем ее именно на трансформацию, на постоянное вращение, чтобы можно поворачивать было траки. Постоянно. Здесь ставим, ну, 60 градусов. Здесь ставим Z. Z. Здесь ставим единицу. Смотрим R. Все распадается. Вот такая гадость. Ctrl-Z. Теперь привязываем так. Смотрим, что происходит. Вот такая опять штукенция. Теперь выбираем трак, выбираем сферу, выбираем P, тип Transform. Выбираем трак. Вот так. Если сейчас привяжем трак Ctrl-P кубу, то получается прекращается всякое. А не, вращение еще работает. Смотрим. R. Все перекручивается. Вот, все нормально. Так. Заработало! Класс. И теперь вот что нужно сделать. Включаем корпус танка. Вот так. Сначала. Так, вот это все надо скопировать. Так, Ctrl-Z. И получается B, английское, все вот это выделяем. И делаем Shift-D. Копируем. Ну и можно его, наверное, по оси X Global перевернуть. Ну, ставим вот сюда, вот так. Теперь выбираем вот этот куб. Здесь у нас 60 стоит, надо поставить минус 60. Чтобы одинаково все крутилось. Так, вот такая штука. Здесь empty 4. Вот этот выбираем. Он вроде повязан должен быть. Так, вот этот как. Этот тоже не повязан. Ну ладно. Он отдельный. Выбираем вот этот куб и вот этот, допустим. Пробуем. Вот, вы видите, что треки едут. Вот такая штукенция. Теперь, если R нажимаем, они перекручиваются. Все нормально. Добавляем теперь корпус танка. Вот так вот. Так, единица на нампаде, снимаем выделение, ставим B,
английского выделяем всю эту конструкцию, а теперь ставим танк и подгоняем его вот сюда. Так, дальше нам нужно вот это все привязать именно к танку. Так, вот это оттянем чуть-чуть. Ну и танк чуть-чуть вот так где-то поставим. Нужно теперь все вот это дело привязать к танку. Выбираем вот этот куб и жмем к танку Ctrl-P, Keep Transform. Выбираем этот танк к этому Ctrl-P, Keep Transform. Теперь, если мы выбираем танк и начинаем его двигать вперед, вы видите, что у него работают траки. Вот так они у него крутятся. Вот такая штука. Семерка на нампаде. Если мы переворачиваем, перекручиваем танк, то увидите, что траки не распадаются. И движение можно продолжать вот в этом направлении. Вот такая штукенция. Ну вот остались вот эти кубы, почему-то не привязанные. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ну давайте попробуем их привязать. Если вот эту привязать вот к этой Ctrl-P, Keep Transform, а вот так вот эту привязать вот к этой, или давайте сначала вот этот куб попробуем вот к этому привязать, Ctrl-P, Keep Transform, и посмотрим, что у нас получается. Вот они теперь движутся за кубом, за танком. И то же самое делаем здесь. Вот этот выделяем. Через Shift вот этот Ctrl-P, Keep Transform. И вот этот выделяем Ctrl-P, Keep Transform. Привязываем. Ну вот и все. Вот такие траки, вот так они движутся. Все прикольно. Теперь нужно вот такую же штуку сделать с колесами. Буду над этим делом думать. Потом вам покажу, к чему приду. Так, вот это все смотрим опять же. Так, тройка на нампаде. Файл сохраню пока. И вот так вот все это дело движется. Так, Ctrl-Z. Теперь семерка на нампаде. Танк пока можно отключить и вот это все выбрать B и попробовать R все это дело перекрутить. Ну а теперь включим танк. Выберем танк. И гусеницы теперь крутятся в нужном направлении. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания.